Приветствую тебя, выживший. Предлагаю посмотреть на мод компании AUTOSAR. Мод называется AUTOSAR Tuning Atelier Jeep Wrangler. С сегодняшнего дня вы можете получить в личное пользование обновленные автомобили Jeep Wrangler, Wrangler Classic, Archer или Rubicon. Так же, как и раньше, они выпустили специальный журнал с подробным описанием и чертежами большинства элементов. Прочитав данный журнал, вы узнаете, как в домашних условиях изготовить рейлинги для крыши, багажник для крыши, багажник для запасного колеса, защитные решетки для окон, глухую защиту для лобового стекла или как сделать смертоносный бампер. Также мой личный совет – не забывай прочитать обычные журналы про стандартные, элитные и тяжелые автомобили, лишним не будет. Чем сильнее вы загрузите багажник на крыше, тем больше на нем отобразится сумок и вещей, что очень радует. А посмотрите, вроде два одинаковых Wrangler, но один мы уже прокачали, повесив на него почти все навесное оборудование, включая палатку. Неплохо смотрится, не так ли? К сожалению, не все можно сделать своими руками, поэтому, побродив по магазинам, вы сможете найти следующие улучшения. Фонари для установки на крышу по кругу, цепи на колеса или же шноркель. А для любителей отдыха на природе мы подготовили самое желанное улучшение – двухместную палатку для крыши. Также ищите в магазинах вашего города. В общем, я думаю, ты уже сделал свой выбор. До встречи, выживший!